عزيزي يرجى سماح للركاب بالخروج من القطار قبل الصعود. The train approaching is for an Azizia. Please allow passengers off the train before boarding. Меня зовут Женя, я из Беларуси. Проживаю в Дохе я уже чуть больше полугода. Здесь очень готовятся к приезду людей, к чемпионату мира по футболу. Где-то порядком 5 стадионов уже построено. Строятся новые дороги, открываются новые станции метро. Катар — это одна из стран, которые любят спорт, и они его пропагандируют как здоровый образ жизни. Я никогда не ходил на футбол, смотрел только по телевизору. И когда я узнал, что приедет сюда «Локомотив», который участвовал в Лиге чемпионов, мне стало очень интересно посмотреть на это вживую. Конечно, очень волнительно, когда ты видишь, как мимо тебя проходят действительно крутые игроки. Тяжело так попасть так близко к командам, даже в России, в Беларуси, где бы я ни был. Есть такая пословица: везде хорошо, а дома лучше всех, тем более у нас в Москве. Игорь Павлович, ну все-таки с кубком уехать в Москву было бы интереснее для «Локомотива»? Не играет никакого роли. «Локомотив» очень много кубков за 4 года, это будет лишнее. Должен сказать, у него есть, ну, это слово, вратарь должен сказать. Что, Беня, спина? Да, не понял. Ченч? Второй сбор уже больше с мячом работали. Ну, уже как-то полегче становится. Ховик закинул за спину, и я по флангу прошел, немного в центр сместился и пробил в дальний угол.
конечно, доволен. Вообще первый гол забил за основной состав, поэтому эмоции чересчур захлестывают. Хотя я не особо люблю показывать. Рыба, как ты? Голова. Четвертый. Три хороших игры. Они по-разному проходили. Какие-то отдельные отрезки были неплохие. Такой цельной игры еще нет. Но, на мой взгляд, тема хорошая, этот турнир. Можно себя на этом этапе проверить. Информация есть хорошая, которую еще есть время, нам нужно исправить. Ну, наверное, вот такие итоги. Какие впечатления были от матча в первом тайме, когда был на поле? Какие впечатления? Нормально, Серёга. Вперёд, пока мать не спасла. Чувствуешь-то, Бош? Не-не-не, это не считается! Три кувырка! Еще играет! Три кувырка!